О мой бог, по-моему, мы в сказке. Не знаю, пытаемся передать через телефончик наш Эляйн, лежащий у подножия горы Джебель-Хафит. Бассейн. И мы просто в онемении, честно, настолько красиво. Оно так мерцает, эти огни. Причем желтые, да, и это, и белый, белый и теплый гора, цвет. Город у подножия, ну это что-то, это что-то. Друзья мои, если вам видно, гора, гора Эляйна большая, Джебель-Хафит. Просто огромный горный хребет. Горная гряда, если можно так сказать. Мы припарковали, чтобы сделать видео. И вон пустынька. Еще раз попробуем вам увеличить. Вот такая гора. Просто громадная. Смотрите, какая большая гора Джебель-Хафит. И все одинаковые домики. Это домики для местных, построенные государством. Местным они даются абсолютно бесплатно. Ну и они абсолютно одинаковые. Вот такой у нас горный массив Джебель-Хафит. Огромный, нескончаемый. И сама гора очень высокая. Апко? Круто гулять по такому отелю. Особенно, когда другие люди спят. Идем гулять по экзотике. Сегодня у нас экзотический завтрак. Посмотрим, какой может быть завтрак в такой экзотике. Так что ставьте лайк, подписывайтесь. Пошли завтракать. С добрым утром, друзья мои. Вот мы и в отеле. Музычка играет. 7 утра. Мы идем на завтрак. Солнышко светит. Ну, наверное, все люди еще спят. Никого нет. Вот мы идем на завтрак. Все, трафик вчера вам показывали. Лучше приходить в 7 утра. Ух ты. Не знаю, кому что говорить. Ого, ну вот завтрак такой начинается. Как вам вообще? Тарелочка с хумусом совсем. Наташа ищет, кому выдать карточку. А я пока подсниму вам. Ну, приятно, что все запаковано. Интересно так здесь. Молочко, хлопья, мюсли. Пойдемте дальше посмотрим, что есть. Людей не будем снимать. Что здесь, фруктишки и йогурт? Ух ты. Ага, дынька. Ананасик, арбуз и йогурт. Дальше яблочки, банан и что? И апельсинка. Hello, hello. Morning. Вау, сладости. Наверное, сами нам накладывают ребята. Всякие вкусные плюшки, круассаны и соки. Ух ты, класс. Так, а здесь что?
Пошла я к Наташе, чтобы ей все просто приподнимали и показали, открыли. О, здесь видно даже, ух ты. А, вот здесь такие варенички типа прикольные. Ха, класс. Фаляфели. Мы уже знаем, что это блинчики. Фаляфель видела? О, всякие. Да? Ну-ка, давай лучше вы меня обойдете, я видео как бы снимаю. Ага, дальше что у нас, какая-то ветчинка или не знаю, что-то такое жареное. Картошка, яйца и такой не яичница, а какие-то такие, как яйца перемешанные. Сосисочки. Ну вот такой завтрак, в принципе, достаточно, как я считаю. Вообще. Отлично, о. Что-то там начинают снимать. Крышечки, поэтому. Что это там такое? Что такое берешь? А я хочу парату вместе с вот этой индийской штучкой. А, классно, да, классно. Это вкусно будет. Парата это индийская лепешечка. Да, вы уже знаете, что это, но... В ресторанчике было у нас. В индийской кафешечке. А здесь что? Не знаю. Где-то рисик должен быть. Угу. Ага. Это фуль, мы не хотим это. Ага, рисик. Ой, какой классный, смотрите. А это, наверное, водичка обычная. Ага, Indian food. А вот и кофеек, и все тоже здесь стоит. Чаек, кофеек, горячее молоко. В общем, как говорится, ставьте лайки, наслаждайтесь. Ну вот наш небольшой стол. Я пока взяла себе парату и рис, жду омлетик. Булочки Наташа взяла. Это фуль у тебя? А, парата с индийским этим соусом. Хумусик, дальше сосиски, фаляфель, яйцо и рис с вареничком. А вот овощи, фруктишки вон стоят и сырок. Ну, такой пока завтрак. Если что, мы, конечно, поднаберем еще. В общем, всем приятного аппетита и хорошего дня. Вот, все подъели, все вкусно, поэтому тарелки чистенькие. Взяли еще круассаны и сладости, такой запакованной, и кофейка. Кстати, можно было и там сесть, как оказалось. Может, в следующий раз. Открыли мы тарелочку с этой вот намазочкой. Это оказались мюсли, да? Да, только с чем я не могу понять. Они сладенькие. Фисташки я уже съела, а в середине еще грецкий орех. Орешки еще. Или миндаль, даже миндаль. Покажи еще раз. Ну да, похоже на мюсли. Но вообще, я думала, какая-то намазочка на бутерброды. Почему она стояла в сладостях, непонятно. Еще остались фруктики и булочки, так что нужно поднажать. Вот птичка спряталась, бананчик ждет. А где она? Уже нету. Вон она. Сейчас Наташа ей бананчик положит. Ну, посмотрим, прилетит ли. Ну, Топ вкус. Сомневался. Бананчик. А семечки не ест. Ну, видимо, семечки такие себе. Видишь, она хочет такие как семечки. Это? Я хотела семечки. Подсолнечные. Вот мы в отеле. Уже вечер близится. И нашли справа от входа какую-то небольшую выставку такую. Не знаю, вот птичка хубара, кстати, очень редкая. Здесь почему-то ее чучело. Это типа ее так защищать должны, что мои дети все время в школе делают какие-то такие плакаты «Спасите хубару», что-то вроде этого. Также вот мои пляжные принадлежности и красивый ковер такой.
цвет просто бомбочка красивая такая. Синий, голубой, светло-голубой. Даже не могу описать этот весь цвет. Очень красиво. Такое впечатление, что это шелк даже где-то. Но это шерсть попущена. Дальше что вроде такое? Верблюдик, лампочка, картина. О, это вот Джебель Хафит как раз, там, где мы находимся. Ну, наверное, какие-то картины вот снятые. В Эйляне, точнее, не картины, фотография. И еще несколько таких вот ковров, дверей. Это как двери, ставни, бахурница. Может, и для Корана. Я же говорю, тут никаких надписей нет, просто вот такой вот красивый колорит перед входом в бар-ресторан. Вот уже бар-ресторан. Вот, цены, кстати, вам покажем. Сейчас есть какие-то такие вот. Вот, одно пиво 25 дирхам, получите второе бесплатно. Дальше 5 бутылочек пива и крылышки за 120 дирхам. Вот, кстати, в Редисе не просто за 120 дирхам 5 бутылочек пива. И 5 бутылочек пива и начос за 125, да? А везде отсканируйте код, как бы меню не дают, сканируйте код, там уже заходите, смотрите, что есть. Что-то еще Наташа увидела интересное. Покажем. А, ковер еще. Смотри, как красивый. И тонкий. Он такой интересно, тонкий. Прям в отдельной вот комнате вот такой вот ковер какой-то, не знаю, такого мягкого, болотного цвета, приятного. Красивый узор. И тонюсенький. Тонкий ковер, узоры радуют глаз, конечно. Ой, вообще красивый. Мягкий. Может, еще и трогать можно. Ну вот, такой вот интересный отельчик. А завтра очень надеемся, мы будем завтракать вот в этом зале. И тут так интересно написано время, когда завтрак. С 7 утра до 11 часов. И очень загруженный трафик, это с 9 до 11. Так, по-средненькому с 8 до 9. И идеальное время с 7 до 8. Завтрак. Прикольно сделали. Что вы расселись здесь? Здесь вам паладина. Я тру и желаю, чтобы вирус закончился, чтобы все было уже хорошо. Почти могу ее поднять. Ого! Но это же не лампа паладина, это традиционный арабский кофейник. Я, правда, не помню, как он называется, даже не знаю, если честно. Ой, тут такие узоры красивые. Красота. Красивое такое место, да? Уютненько. Тут рояль Ямаха стоит. Видимо, в хорошие времена тут человек нанимался и... И три камеры, как в этом, как бы звезды поймут такие. И играл музыку на рояле. Ну что, пойдем на уличку? Пойдемте, я вам на рояле сыграю. Пойдемте на рояле сыграем. Так куда же вы? Рояль слева. Понятно. Меня привлекло два зеркала здесь одинаковых. Так красиво плитка сделана. Рама. Классно. Привет. А это я так оделась. Все, что было теплого. Еще и шапка есть. Потому что ветер выдувает. Так, где там пани Романова? Ага, а это высказывание шейха Заида. Страна, которая... А, не имеет значения, как там, какую часть занимает на карте. Что со штроли, Мишель, Бас? Ну, страна реально ценится как... А, не за размеры на карте, а ценится за наследие и за культуру.
такая ваза. А написано... Закрыт туалет? Да, для женщин, но... Чуть закрыли. А что там? А вот же написано, не? А, нет, это... Ну, это такой же зал ожидания, ничего, прикольно. Ой, как красиво. А, не видно, темно, но джунгли. Кувшинчик, слушай, какой красивый, ну да. А это тоже как ковер, да, на стене? Класс. А вот кувшинчик какой. Что, жить на нем будешь? Спать? А красиво как сделано вообще. Джунгли. Это не джунгли. Это музыка вообще. Ой, какой. Если вы ее слышите, вообще фантастика. Да, музыка спокойная, расслабляющая. Такое было в Таиланде, да? В Таиланде, у нас отель такой был. Отель был шикарный, там все время музыка играла приятная. Твои ощущения? Да. Ты, конечно, вся в темноте, тебя не видно, но выйди на свет. Выйди на свет. Всего лишь 20 градусов, 20 градусов. Как батарейка кингушки. Я тебя не видно. Вот, классно. Ветер просто пронзающий. А это все, то, всего-то 900 метров над уровнем моря, да? Нас видно? Привет! Ну что я скажу, такой дубак вообще редкостный. Здесь вот сейчас мы вам покрутимся, покажем все. Фу. Сзади нас шикарная, шикарный вид на Элянь и Ветрюганчик. Вон кафешечка. А вот еще номер, там такой, смотрите, большой-большой номер. Мы там были, вам показывали обзорочку. А, наверное, его плохо видно. В общем, холодно, друзья мои, холодно, да. Сильно. И чтобы комфортно, надо сидеть в номере. Да, комфортно чувствовать, надо сидеть в номере и пить чаек. В шубе быть. Так что да. А днем жара, вы видели. Вот такие вот приколы. Так что немножко пройдемся, подышим воздухом. У нас уже начинается плюс 45 днем. Поэтому приехали в этот отельчик, чтобы хотя бы немножко еще поймать воздуха. И скоро жара. Ну что, вот золотой звездный вид на Элянь. Ночью. Стою, держу камеру, боюсь, что унесет или меня, или камеру. Такая статуэтка девушки держит алмаз, прямо бриллиант. И что это? Не видно, да? Ну, прости. Arabian Travel Awards winner, best leisure resort. То есть арабские путешествия, лучший спа-резорт. Только в каком году, непонятно. Да, в каком году нету, но он того заслуживает. Я согласна, в принципе. Классно. Классно. Ну что? Ну что, пролетели наши пару дней здесь, было круто. Уезжаем. Присядем. И, да, присядем на дорожку, оденем масочки и номер оставляем такой, какой он есть. Ах, еще раз видончик. Все, идем. Да. Закрываем. Карточки берем себе. Сейчас будем брать. Сейчас. Сумочка, все. Это тоже. Сейчас уже выброшу. Все, ничего нет. Ничего лишнего. Покажи, карточки. Все, номер пока. Все, пока-пока. Пока этому дому, пойдем к другому. Привет. Было супер. Все. Пока.
Не работает? Работает, просто он легкий очень. Все, водичку выпили. Ну, лечь, это чемодан все равно тяжелый. У тебя вещи, у меня вода была. Так что не умею я с маленькими размерами, да и не привыкла. И зачем, если есть возможность? Отель прекрасен, завтраки тоже, уезжать не хочется. Но с другой стороны, значит, нас ждут новые визиты, новые путешествия, приключения. Так что ставьте лайк, подписывайтесь. Остаемся с вами.